И вновь всем привет, зрители и подписчики канала. Я продолжаю для вас запись игры Friendbow, в котором мы играем за маленькую девочку, в которой произошла трагедия. Кто-то убил ее родителей. В итоге она немножко сошла с ума, вот, и попала в психушку. Ну, либо же еще что-то с ней случилось, я так пока... Нам пока толком так и не объяснили, что же с ней произошло, почему она в психушке, больна ли она на самом деле, или вообще, что с ней происходит. Таковы дела. Но мы пока двигаемся по сюжету, что ж, нам нужно найти нашего кота, мистера Полночь. Сбежали мы из этой психбольницы, используя эти супер-таблеточки. Но у них есть побочный эффект, мы видим монстров. Как-то так. Здравствуй. Ну я ж вроде бы не пил таблетки. Ну ладно. Вот это да. Какое большое насекомое. Ничего себе. Вы действительно большой муравей? Кто там? Простите, сэр. Вы настоящий? Ты всегда спрашиваешь одно и то же. Всегда. О чем вы? Конечно, я настоящий. Откуда ты взялась? Я сбежала из психбольницы. Но прошу, не говорите никому. Не скажу, не бойся. Что ты здесь делаешь? Мой кот где-то здесь. Я должна найти его. Кот, говоришь? Да, сэр. Черный кот с большими желтыми глазами. Мистер Полночь. Понятно. Мне жаль, девочка. Значит, вы его не видели? Видимо, кота съели, проживали и проглотили. Съели? О чем вы? Черный кот, который пробегал здесь в спешке. Я поймал его и отдал своему жука-свину. Мой жука-свин голоден. Бедняжка не ел сутками. Время черники прошло. Мы всю ее съели. Прекратите. Мистер Полночь единственный, кто у меня остался. Пожалуйста, скажите, что вы шутите. Девочка, не плачь. Если хочешь, я могу тебе спеть. Что же мне теперь делать? Вы не знаете, каково это быть одному. Знаю. Я последний выживший. Позволь мне помочь тебе. Каким образом вы можете мне помочь? Знаешь, пища не переваривается так быстро. Возможно, он все еще жив. Отличное начало серии. То есть нам сейчас надо будет вытаскивать кота из... вот этого нечто. Ладно. Что мне сделать? Вызвать рвоту жука-свина? Убей жука-свина. Он мой единственный друг, но мне нужно мясо. Убить вашего друга жука-свина? Я могу это, да? Давай, убей жука-свина. И я, величайший Антонио, буду есть мясо. И как мне тебя, карандашом убить, что ли? А если я глотну? Так, хорошо. Топорик. У нас есть топорик. Спасибо. Ого, грозный топор. Я буду воином. Так, с птичком. Что ты за птица? Так. Сооруди вход. Колодец. Надо открыть его и посмотреть, что внутри. Ну, я думаю, логично. Правильно.
Но пока спускаться смысла не вижу. Ведь нам нужно кота нашего найти. Это было ожидаемо. Проснитесь, свинья не стоит на месте. Да. Чтобы тебя зарубить? Нет, глупо, согласен. Так. Ну да. Так, свинка, свинка. Пожалуйста, стой на месте. Да что ж ты будешь делать, а? Так, свинка не хочет, чтобы я его убивал. Но этот хрен спит. И самое главное, у нас была еще с собой булочка. Но булочку мы так никуда и не применили, и у нас ее теперь нету. Странно, зачем она нам вообще нужна была? И можно было бы ее как-то использовать, или же нет? Ну, напишите мне в комментариях, нужна ли нам была булка или нет. Опа-на. Ключик. Проклятое любопытство. Чтоб его. Не нравится любопытствовать. Иначе, как узнать что-то новое? В любом случае, почему вы не дадите мне ключ? Что вы такое? Что? Это верный вопрос. Но почему был бы уместнее? Ну, нет времени болтать, сэр. Мне нужен ключ и все. Этот ключ не наш. И уж точно не твой. Хорошо иметь лишний ключ, особенно когда ты что-то замышляешь. Нам все равно, мы тебя не знаем. Вы очень честные, мне это нравится. Я человек, Френ, рада знакомству. Интересно, расскажи еще. У меня есть кот, точнее был. Он пропал, я должна его найти. Правда? Да, правда. Прошу, отдайте мне ключ. Слушай, человек Френ, мы прибыли с юга. Как всегда, летели. Одному из нас стал любопытен этот ключ. И мы все здесь застряли. Мы не можем освободиться из-за своих длинных волос. Вы тоже любопытны? Я могу вам помочь? Мы часто застреваем в деревьях, но у нас есть то, что нам поможет. Красивый гребень, чтобы расчесывать наши волосы. Хорошо, сделайте это. Есть проблема. Гадкий вор забрал гребень. Теперь мы застряли тут навсегда. Если ты найдешь вора и гребень, ты получишь ключ. Хорошо? Хорошо, но как он выглядит? Это гадкий самовлюбленный крыс. Он забрал наш гребень. Мы не смогли ничего сделать, и он убежал. Пожалуйста, найди его и освободи нас. Я постараюсь. Мы будем здесь ждать. Так-с. Да, мы еще не нашли, понятно. Ну что ж, хорошо, давайте поможем им. Так, значит, свина пока убить мы не можем. Ну, давайте спускаться в колодец. Это обман. Здесь нет отверстия. Так,
перо, щекотки. Ага. Так, походу надо будет пощекотать тебя, наверное. Щекочу. Опасность велика. Велика угроза. Сэр, проснитесь. Жукасыну не нравится, что его хотят убить. Понимаю. Но это совершенно нормально, разве нет? Да, но что мне тогда делать? Ему нужно дать особые ягоды. Чернику. Понятно. Но где мне искать эти ягоды? Я не должен тебе говорить, но у меня есть нужные связи. Они живут в моем доме. У них есть черника. А мой дом в том направлении. Будь осторожна. Спасибо, сэр. Так, мой дом в том направлении. Ага, даже так. Ага, то есть мы теперь идем сюда. Котик. Трбибип, смотри, Френ, я в опасности. Найди меня живым. Найди меня мертвым. Бип-бип. Найди меня однажды в золотой клетке. Допустим. Крошечные грибы. Привет, я Френ. Зашибись. Все очень и очень плохо. Должно быть, это дом муравья. Кажется, дверь открыта, но ручку заела. Сила разрушения поможет. То есть что, топориком? Ох, нет. Я сломала дверь. Но теперь я смогу войти. Кто-то забыл помыть кисточку. Она крепко прикреплена к дверце. Понятно. Так, суперклей. Зачем он нам, пока не ясно. Королева мяса. Круто. Что это? Кальсоны? Странно. Я думал, что муравьи не готовят себе еду. Что-то тут явно не так. Мясо. Нам до него не достать. Здравствуйте. Сэр, вы очень злой. Малыш Мишка. Че, малыш Шишка, как мило. Ничего себе, вы очень редкие. Леди Шишка, что вы готовите? Так, мне нужна черника, я могу ее взять? Так, и что мне вас... Ну да, это было глупо. Так, и что мне в итоге делать? Вау. Куда я попал? Боже мой, борец с жуками. Он мертв. Я не стану брать сумку. Только не с этими муравьями. Так, и что? Использовать мы что-то можем? Не работает. Ну, топором вряд ли тоже можно что-то сделать. Подобрать. Тут я тоже вроде как ничего не могу. Не хочет, ничего не хочет. Прискорбно. Ладно, вернемся.
однако отрубить ее никак не хочет. Так, ну здравствуйте, ребятки, мне нужна черника. Вам что, вы мне не можете ее отдать? Вам жалко? Зашибись. И что ж мне теперь делать-то? Ой, кошмар, кошмар, кошмар. Я в шоке. Я знаю, что это глупо, но я не знаю, что мне делать. Опять я в тупике. Тазуа, да. Так, что взять мы не можем. Так, мы взяли клей. Зачем нам клей? Супер клей для крепления. Чего крепления? Как же мне ее забрать-то, а? С ними ничего не взаимодействует. По крайней мере, то, что у нас есть с собой. Ладно, давайте отсюда валить. Опа-на. Привет, дух. Ага. Дверная ручка для решения проблем. Оставлю ее. Интересно, я могу еще чем-то объединить. Опа. Немного клея на ручку. И куда мне ее прикрепить? Ха. Так, глупая идея. Очень глупая. Это у нас психическая игра, поэтому я лучше постараюсь поделать все, что только можно. Так, ну давай. Нельзя сделать. Западло. Ладно. Надо думать. Так, стоп, а если... А мы можем вот так вот сделать. Да ё-моё, это не подходит, да вы издеваетесь. Ну, к чему же мне прикрепить-то надо эту ручку-то? Тут подобрать тут больше нечего. Так, и с муравьями не могу использовать. И топор. Так, клей с муравьями не хочет. С сумкой не хочет. И самим не хочет дезинсектором. Прискорбно. Опа-на.
мясо. Он был бы не против, если бы я взял мясо для голодающих. Так, и что? С чем-то ты объединяешься? Ну, нет и нет. Так, спасибо за мясо. Так, я думаю, вам мясо вряд ли надо. Ладно. Так, мясо. Мы взяли мясо. Хорошо, попробуем его применить с муравьями. Отлично. Фух, забрали сумку. Спасибо. Изучить. На сумке знак борца с жуками. Сумка открыта. Использовать. Так, как крысоловка и какая-то визитка. Дезинсектор. Текст почти исчез. Написано дезинсектор. Бедные монстры. Так, и что еще? Крысоловка. Нужно быть осторожной и не прищемить пальцы. Угу. Так, ну теперь вроде бы все. Больше нам делать особо и нечего. Фу, вот это я называю псих-игра. Просто псих-игра. Такого психизма я еще не видел. Но это зачет. Это реально зачет, мне нравится. Так. Попался. Простите, сэр, но мне очень нужны эти ягоды. Теперь меня бьет мама. Плохая мама. Ладно. Yes. Да-да, я достала их. Они вкусно пахнут. Отлично. Так. Спасибки. Ох, нет, они закрыли дверь. Ну и ладно. Мы сделали все, что хотели. Так, клей с ручкой. У нас есть, правда, не знаю, зачем нам она нужна. Визитка и прочее, прочее. Кисточку мы взять не можем. Я хочу кисточку. Нет, ну и ладно. Валим отсюда. Так, здравствуйте, ребятки. Так, ты просил ягоды. Ты уже убила зука свиной? Что за свежей плоти? А, ну да, нам же ему нужно дать. Хочешь покушать? Так, ну что ж, мы ему дали. Теперь зарубим. Извини, чувак, но так надо. Что? Крыса? Что? Ты не мой кот. Мисс, вы спасли меня от страданий. Рада за тебя, но я надеялась найти кое-кого другого. Полагаю, вы разочарованы. Кого вы ищете? Кота. Своего любимого кота, мистера Полночь. Мисс... Понимаете, я не очень люблю котов. Черный с большими желтыми глазами пытался поймать меня. Правда? Ты часто попадаешь в беду. Но, может быть, это и был мой кот? Ох, моя леди. Если это так, тогда он в беде. Почему? Что произошло? Я могу показать. Следуйте за мной.
здесь недалеко. Хорошо. Жукасвин мертв, сэр. Спасибо. Теперь мы будем есть. Не могу, чтобы вы знали, внутри жукасвина не было кота. Там был крыс. Крыс, прости, но я очень плохо вижу. У меня также проблемы с сердцем и больная спина. Также страдаю от нарколепсии, и иногда я все заснул. Так, топор уже обратно мы не заберем, да? Ну извини, жукосвин. Что ж поделать? Так, а твоя картинка не изменится? Вроде нет. Вот это место. Кто-то забрал его, мисс. Они просто исчезли. Боже мой, а ты можешь рассказать конкретнее? Жаль, но не могу. Казалось, будто земля их проглотила. А если я еще могу чем-то помочь, дайте мне знать. Я буду поблизости. Так, ну, понятно. Крейс, кто сделал это с тобой? Мой котик? Так, тут у нас теперь лежит мертвый крыс. Так, у нас есть ручка. Здесь нет отверстия. И как же нам сделать это отверстие? У нас есть ручка, но она не работает. Есть карандаш, но тоже не срабатывает. Не объединяется и не объединяется. Сооруди вход. И из чего мне его сооружать? Хоть бы подсказку дали какую-нибудь. Странно. У нас же больше тут ничего нет. Что же нам подобрать-то надо? Опа-на. Я бы смогла из этого что-то сделать. Похоже на дверь. Зашибись. Так, все, тут мы взять больше не точно ничего не можем. Вроде нет. Фу, хорошо, сооруди вход. Так, стоп. Побеседовать еще могу? А, прости, это ты украл гребень для волос? Гребень для волос блестящий и красивый. Можно вы мне? Пожалуйста. Хорошо. Но сначала вы причешете мою шерстку. Да, без проблем. Да, я могу причесать тебя. Спасибо, моя леди. Вы очень добры. И получаем то, что нужно. Спасибо. Так, ну что, давай пойдем за ключом. Ребятки, вы хотели ключ? А, точнее, гребень. Вот ваш прекрасный гребень, господа. Ну что ж, порасчесываем вас. Ах, человек по имени Френ. Ты сделала это. Надеемся, ключ откроет нужную дверь. Теперь мы полетим на юг. Прощай. Удачи вам. Чудесно. Прощайте, господа. Приятного путешествия. Так, ну что ж, взяли ключ. Я счастлив.
Так, все. У тебя есть идея, как найти моего котика? Как сказать, моя леди? Вы повсюду его искали. Конечно, но, видимо, что бы я ни делала, все идет не так. Дорогая мисс, хотел бы я вам помочь. Но кажется, те, кто забрал вашего кота, из другого мира. Возможно, у них есть порталы, которые никто не видит. Кто знает. Портал? А что такое портал? Портал, мисс, он как обычная дверь, я думаю. Понятно. Спасибо, крыс. Пока. Так, ладно. У нас есть дверь. А, понял. Такс. И что, теперь ключ? Это просто зашибись, ребят. Ну, в принципе, ничего сложного. Дверь сделали. Пошли. Так. Какая забавная маленькая дверь. Интересно, куда она меня приведет? Мистер Полночь, ты здесь? Зашибись. Глава вторая, часть вторая. Раздвоение личности. Куда мы попали? Боже, где я? А? Что это? Шляпа? Мистер Полночь? О нет, твоя голова, котик? Секунду, это не мой котик. Какая странная шляпа. Мне нужно найти своего котика. Надеюсь, он где-то здесь. Так, и что у нас получается? У нас получается что? В итоге мы спустились... За нами была какая-то дамочка, которая залезла нам в голову, точнее в глаз, и в итоге мы вырубились. И сейчас мы здесь. Так, Алиса в стране чудес, спасибо. Мистер Полночь, эти девочки, они забрали моего котика. Так, записка, давайте прочтем ее. Добро пожаловать домой, чудесный котенок. Надеемся, тебе нравится твоя новая кровать. Будь славной и ешь свою еду. С любовью, Клара и Мия. Такс, мы что-то можем взять? Такс, мы... Понятно. Не знаю, что мы собрались готовить. Так, ну что, мы можем поставить? Ага, налить воду в котел. Понял, нужно найти место, где мы можем налить воду. Хорошо. Но знаете что, ребятки, давайте, я думаю, наливать воду. Ах, мы уже будем в следующей серии. Согласны? Я думаю, согласны. Ну а на сегодня все, ребята, всем... Пока-пока.